Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Люди нашого міста». Сьогодні до нас у студію завітав, можна сказати, ювіляр. Нещодавно йому виповнилося 70 років. Він чоловік, і про його вік можна казати відкрито. Це Борщенко Юрій Миколайович, голова Одеської обласної асоціації роботодавців Півдня України. Вітаю вас! Ви знаєте, ви стільки дуже, ну ми вас знаємо по тому, що ви дуже багато часу приділяєте своїй діяльності. І складається таке враження, що дивишся на вас, думаєш, ну невже ж цього чоловіка нема родини? Ви взагалі з родиною є якийсь час проводити? Бо ви завжди десь комусь допомагаєте. Ну, я хочу сказати, що у кожного є сім'я, у кожного є робота, у кожного є общественна діяльність тут. І ми як-то так по житті привикли, тому що ми такий, як говориться, народ, який не менше любить себе, а любить більше інших людей общатися. Тому я можу дуже багато розказати о життєвому путі, тому що хорошо пам'ятаю дитинство. До речі, ви з якої родини? Ну, я скажу в тому, що я з родини... Мама моя работала в военных организациях, это после войны. Я немножко так расскажу более подробно, как было. Значит, в 37-м году, когда моего дедушку расстреляли, он был участник битвы с Цусимой, это 904 год, вторая эскадра Рождественского. И он работал в органах, ну, как все знаете, партийный был, офицер царской армии был. Ну и по доносам в Могилево-Подольске, потом в Виннице, 100 человек, известнейших людей, были расстреляны в 37-м году. Мой дядя был здесь, в Одессе, в ставке Блюхера, полковник инженеры войск, потом отсюда их на Ханкелгол отправили, и через недели две после расстрела моего дедушки на операционном столе зарезали моего дяди. Тоже известный человек, он до 30-х годов был в военном атташе Остерайх, это в Вене был, поэтому человек прошел как офицер, закончивший первую академию инженерных войск в Москве, и с этого времени моя бабушка осталась с 12 детьми, детей, и надо что-то было делать. Поэтому, когда в 1939 году Западная Украина перешла уже к Советский Союз, моя бабушка начала своих дочерей, которые имели образование, подальше отслать от себя для того, чтобы сохранить как-то семью, потому что были большие наезды. И моя мама была отправлена в Западную Украину, в воинскую часть. Потому что она имела образование, бухгалтерское образование имела, и она вела там полностью бухгалтерию. Ну и там познакомилась с моим папой, он был в 1939 году, как он был призван в армию, служил в пограничных войсках, и встретилась она с моим отцом. И отец, у вас есть браты та сестры? Естественно, у нас есть, у меня есть одна сестра, есть три брата, есть. Поэтому семья большая. И я скажу, что очень тяжелый сын, потому что мы все в то время нас забрали. Я был воспитывался в детдоме. Мой брат и сестра тоже только в другом воспитывались. Но мы все приезжали домой. Папа тоже мой прошел всю войну. С первого дня был два года в концлагерях, потом бежал. Потом, когда пришел как офицер, его куда в штрафбат, и он до штрафбата, он дошел до Берлина не раненый. Когда пришел, ему сказали, не смыл кровью, значит, ты есть враг народа. Поэтому мама тоже старалась нас как-то в то время пройти. Я помню те времена, когда она мне рассказывала на руках, она мне через лес отчеты несла, и тут стрельбы, с одной стороны, нашей повстанческой армии, здесь НКВД, и она лежит в таком... Рачевку, а сверху эта пуля, она зимой на руках держит меня. И мне это все потом рассказывал. Поэтому жизнь такая. Мы по жизни, я в детдоме до 9 класса прозанимался. После этого я поступил уже как по своим стопам, как мой дедушка, я в мореходную школу на таможне. Поэтому шмота такое было. Я закончил в 65 году и пошел в Черноморском пароходстве матросом. Два года я отходил в Черноморском пароходстве. Очень много таких
жесткий. И Кубу 5 рейсов возили туда, и этот кризис, который был, если фильм показывали, когда было американские там авианосцы не пропускали на Кубу, и мы тогда прорвались одним судном, и у меня фотографии есть тоже, очень интересные авианосцы, самолеты, катера вокруг бежали, потом мы все-таки прорвались через базу Гуантанамо и Сен-Фуэгос, завезли товар для кубинского народа. Гвинея, Бисао, Йемен, Хадейд, арабский конфликт с Балабановки, то сейчас можно уже рассказывать, возили танки в Александрию везде, поэтому число складских событий после этого. 2 года я проходил в пароходстве, потом забрали меня в армию. Я служил в Прикарпатском округе механиком-водителем, выучил за танка и принимал участие в чехословацких событиях механиком-водителем тяжелого танка Иосиф Сталин ИС-3. После армии снова мореходку, поступила в рыбку, закончил рыбную мореходку и, как все по направлению, первые 50 человек взяли направление в Мурманск. И на рыбаках Мурманского тралового флота я проходил 8 лет рейхмехаником, старшим рейхмехаником, групповым механиком флота. Поэтому специальность такая, весь мир тоже ловили рыбу, кажется, для нашего народа. И после этого я вернулся снова в Одессу, с Мурманска, отработал там 8 лет. И начал свою деятельность на заводе «Кирова» 1 год. В системе АТК. И через год я пошел на научно-производственное объединение «Одесхолодмаш». Угу. Начал там слесарь-разборщик, хотя имею образование высшее имел. 6 лет проработал я слесарем сборщика 6-го разряда. Мне предлагали начальником цеха быть и дальше. И я сразу же поступил еще на вечерний факультет нашего Одесского холодильного института. Причем у нас 3 выпускника закончили с красным дипломом. Это и вы среди них? А? Вы среди них? Да. Один из тех, кто закончил с красным дипломом вечерний факультет холодильного института. Ну, научные работы писали, и в 91 году я выступал в высшее училище в БАМНа, представляя именно работу солнечной энергии. Батареи первые солнечные, вот это все пошло из нас. И руководитель, который меня вел эту работу, он потом уехал в Китай, это на Тайвань, и там в институт, и все работы оказались там по солнечной батарее. И Китай начал энергично выпускать солнечные батареи. Ну, слава богу, что сейчас весь мир пользуется этими вопросами. Я после этого вернулся, на Холодмаше я замначальником цеха, потом уже стал работать, заменил, причем внука, то есть правнука Фрея Иван Ивановича, который был, вы помните, бельзавод Гена, и Фрея – это Холодмаша. Так. Это был правнук Иван Иванович Фрей. Он потом уехал в Германию, и вместо СВУЛ я стал начальником механосборочного цеха. Баллотировался на генерального директора, когда Антоненко уходил, и тогда было так модно, человеческий фактор, выбирали генеральных директоров, я выдвинул свою кандидатуру, конкурс был большой, прошел повышение квалификации в Москве, 1/2 на генеральных директоров, там раньше так не было, поэтому такой вот жизненный путь на заводе. После этого, когда уже был развал Советского Союза, Украина, я еще поработал на заводе, потом перешли уже на такие больше крупные фирмы, уже частные фирмы, где я работал главным инженером, заместителем директором научно-производственных объединений. Это я. Потом путь мой сложилось в том, что я по роду своего, как я занимался общественной деятельностью и стоял в истоках из создания женского футбольного клуба «Черноморочка» в 85 году, я больше 8 лет я работал в университете Мечников по молодежно-воспитательной работе. И, как говорится, проводили там в жизнь именно социальную сторону. Это создавали студенческие комитеты, создавали группы в университете, в каждой группе, в каждом факультете, в каждом общежитии, старосты. Поэтому занимались именно такой воспитательной молодежной политикой. И иногда мне предлагали, я читал лекции для аспирантов, для выпускников, именно
именно по линии предпринимательства. Так как я возглавлял с самого начала, еще с 1989 года, Союз предпринимателей, потом Ассоциацию работодателей, и по этой линии также мне было предложено оказываться. Поэтому путь, общественный путь, рабочий путь у нас не расходился. И, конечно, семья у меня... Я тільки хотіла запитати, був все, працював, вчився, працював. Родина? Родина була. У мене син, у мене перша жена, дуже рано ушла, у мене син Сережа. Я женился второй раз. У мене син і дочь з второй сім'ї. У мене внуки є, внучка, внуки, вже є правнук. Діти пішли за вашими слідами? Да, у мене діти пішли, як і діти всі, в основному у мене закінчили університет Мечникова, юридичний факультет. Дочь у мене, от Ксения Гостева, вона зараз веде програму, даже, может быть, слышите, це Академія ораторського искусства. Она более 12 лет проработала в Китае, именно на 7-й километр поставки все, поэтому знает китайский язык, английский язык. Ну и она вернулась и нашла себе такое место именно вот в ораторском искусстве, ведет, учит деток других. Сын у меня юрист в банковской системе. Поэтому у меня так, внучка тоже у меня, как их сами юристы, поэтому идет. А внук у меня закончил вот высшую мореходку, уже третьим штурманом, поэтому пошел, как говорится, по стопам уже прадедушки, как дедушка, и уже по морской линии. Ну, вы знаете, я так вас слухаю и розумію, вы прожили таке повноцінне життя. Мені здається, що ви жодної хвилини не пропустили просто так. Ви багато працювали, ви багато вчилися, у вас велика родина. Ви все вспіли. Ви знаєте, коли я, ну, коли у нас в місті якісь виникають ситуації складні, так? І завжди там ви. І ви знаєте, я коли бачу вас, коли ви там ходите, спілкуєтеся, ми ж всі розуміємо, що там хтось пише, хтось знімає, хтось бере на заміточку. Так, це я дивилася, у мене таке завжди питання виникало, і сьогодні, користуючись нагодою, можемо прямо вам його задати. Вам не страшно? Ви знаєте, що коли ти не нарушаєш закон. Когда вот меня, я скажу честно, что вот я более 20 лет трудился и был рядом с очень великим человеком, это Виктором Львовичем Добрянским, это семьей. Да, меня это великая людина. Да, он меня учил, и причем он меня взял к себе. И мы сразу договорились. Владимир Николаевич, ты вместе, ты будешь оказывать содействие, да, в правом поле. И он оказывал много содействия. Как и Сира, там, обеспечение, команде нашей оказывал, мы играли везде. И ассоциация работодателей. И, конечно, не обижал. Меня не обижал, он всегда командировки, куда-то поехать, в этом он все это оплачивал. Благотворительности очень много мы делали вместе. Он меня научил одному. Юрий Николаевич, вот если ты на предприятии работаешь, ты не имеешь права заниматься бизнесом. У тебя должна быть спина чистая. Ты, если взялся, ты отставишь права. Ты общественный деятель. Поэтому я пошел по, как мы сейчас в Европу вошли, а в Европе мы еще председатель... Мы идем, мы как будто в Европу, там, и что-то мы двигаемся. Но мы пока есть свой менталитет, но мы не взяли те принципы, которые там именно они существуют, которые мы должны понимать, что нету коррупции, нету политического такого рейдерства, нету наезда, там есть какие-то права есть. И каждый, кто нарушил право, он отвечает за него. Что чиновник, что президент, что премьер-министр отвечает за деньги на свои. У нас этого еще нету. Поэтому я пошел по принципам от того, что общественный деятель, в особенности возглавляющий ассоциацию, организацию, объединение работодателей, он не имеет права заниматься бизнесом. Он обязан, я говорю, он нанятый на работу этим же работодателями. Но эти работодатели обязаны платить человеческие взносы, должны поддерживать все. Но у нас с этим тяжело, потому что наши работодатели не понимают, что им нужно идти в такие организации, которые должны их поддерживать, выбирать их по направлению, выбирать их по значимости, выбирать их по порядочности. Тогда
Вы выбрали председателя, он несет ответственность перед вами, но вы несите и свою ответственность перед организацией. Тогда у нас не будет работодатель бегать, правоохранительные органы, где-то крышевание, где-то платить взятки. Он приходит в организацию, а организация идет отстаивать их права. Раньше так было. Если вы помните, сколько мы в Верховном Совете, на комитетах, мы отстаивали законы и с нами считались. Я помню закон о местных сборах и податках. Выехало много туда предпринимателей. Мы в комитетах, Терехина тогда возглавил на комитет. Мы все подключили, все партии, подключили всех. И этот закон в Верховном Совете не был принят. 216, 217. Поэтому вот когда идут до конца, потому что есть процедура. А вот сейчас за эти все годы, это последние годы, нарушена процедура принятия законов. Нет у нас сейчас... мнение общественного, нету мнения предпринимателя, нет экспертизы, как раньше было предпринимательское, которое было. Есть экспертиза юридическая, экономическая, но нету экспертизы общественной организации. И это не хотят понимать. Вот последний сейчас случай вот с нашей книжкой. Да, с книжкой. Вот. Это дуже така серйозна назревая проблема. Я еще вам скажу, что я еще являюсь сейчас на данный момент председателем интернационального дома Регенсбурга в Одессе. Создан так общественный по просьбе именно стороны Регенсбурга. И у нас там есть уже 18 лет интернациональный дом Одесса в Регенсбурге. Мы заключили договор, план, составили уже детки туда за счет этой. И я хотел бы видеть, потому что в сентябре месяце там будет фест, где будет представляться наша Одесса. И мы, как общественники, Интернациональный дом Одесса и Регенсбург, мы будем на фесте представлять нашу Одессу. Именно исторические места. Мы сосняли клип по историческим местам, сами снимали, потому что никто больше ничего не дает нам. Много денег тратится на туризм, на все. Мы сами на книжке купили открытки, на книжке купили альбомчики, и сделали клип и отправили туда, где будет показываться в Баварии, именно представлять нашу Одессу. Я хочу вам сказать, что по социологии, которая там проведен, наш одесский интернациональный дом Одесса и Регенсбург на втором месте всех интернациональных домов, которые есть по братимам, в значимости в Баварии и в городе Регенсбурге. Поэтому выделили нам там самый большой ресторан, где будет провести тематический вечер будет, где будут фильмы показаны. Вот мы сейчас готовим фильм об Одессе, снимаем во всех. Вот мы в субботу «Слово я мальчиком» провели такой клип, я вам там покажу. Вот интересный, вот на Фейсбуке уже выставили. Он как раз именно спел одесские песни, как завели это в Доме Павла, как завели публику, завели везде. Они на аккордеонах вдвоем спели это. Такой маленький клип мы сняли здесь. Мы сейчас начнем в других местах. Сейчас еще на книжке мы тоже проведем, но мы уже отправили. И мы сделаем такой вот именно общественный от громады представим нашу Одессу. Я скажу о том, что я был на последнем, я вам скажу о том, что я участник Вильнюсского саммита 27-29 ноября, декабря 2013 года, когда не был подписан меморандум тогда. Вот. И я это видел все. Я спокойно выступал там. И там Петр Алексеевич показался, был, видел, но не выступал. Я как свободно разговаривал с Любым, знаю немножко язык, но нехорошо русский знаю. И с Меркель, и с Барозо, и с Туском, и с Фюле. Совсем не знают русский язык. Можно с ними говорить. На любой теме идешь кофе, брейк. Вы не знаете российскую мову? Да, российскую. Они все со стороны Берлина, так что они та сторона, восточная сторона, они все хорошо знают. Это самое, они учат причем, потому что им приходится общаться, знаете как, немножко, но понимают они. Одно слово по-немецки, одно по-русски, одно по-украински, третье там по-французски. И смотришь, ты быстро находишь общий язык. Я хочу сказать, что был именно такой момент, потерянный момент. Я участник потом Брюссельского саммита, уже меня пригласили как участника уже на последнем. Я там тоже пообщался, открыли офис там объединением работодателей. Анатолий Кириллович Кинах открыл как после УСПП. Я скажу, что мы общаемся и хорошие отношения за границей. И вот на последнем мы были в форуме инвестиционном, который пригласили нашу Украину и земля Бавария на уровне посольств, на уровне кабинетов министров. И мне на сцену выходили первый вице-премьер Баварии, выходили президент Крафта, выходили там другие, которые работают. И все время говорят, нам очень интересна Одесса, нам очень интересен одесский регион. Но
Но и потом начали брать у меня интервью, и наши русскоязычные журналы, газеты. Почему мало в этом? Мы здесь не знаем. У нас два вопроса. Это политическая нестабильность и коррупция. Но дайте нам что-нибудь такое, чтобы мы хотя бы раз в неделю строчка шла об этом. Газеты выпускаются, там есть бесплатная муниципальная газета и коммерческая, где на одной страничке можно выпускать все новости Одессы. В округе Регенсбурга 10 тысяч русскоязычных. 160-тысячный город. 3 миллиона туристов в год. На берегу Дуная. Знаете, ну все там. И приветливые люди, но мы не умеем, не хотим, нет желания, вот эта коррупция, предоставить ту информацию. Столько средств, я смотрю, выделяются средства с облсовета, из города, на поддержку туризма там везде. На какую поддержку? Вы спросите в общественности, вы сделаете какой-то референдум в городе, везде в мире о переименовании улицы, где-то посадить дерево. Проводят референдум на переулочке, на улице жителей. Ну, можна ли нам ви знаєте, Юрій Миколаївич, нам до цього ще рости, рости, рости. Але наша програма вже добігла кінця. Якщо можна, коротенько, останнє в мене питання. Будемо прощатися до наступної зустрічі. В чому секрет вашої молодості? Ви знаєте, що як мені сказав дуже такий наш знаменитий врач, його вже теж вже немає, Каратинський, спортивний спортсмен, Юрій Миколаївич, ви пам'ятаєте, я ходив з костилем, тому що травми були, от нападіння було, глаз зашивали, я пройшов весь з кінокамери, фотоапаратом, пройшов ті всі движення, общення, бути все рівня в тонусі, завжди вважати себе, що ти молодий, завжди оказується дійство і доброта, яку ти даєш людям, которые ты представляешь детям и государству, любимому городу, оно дает тебе в обратку. Поэтому я себе считаю, что я 70 лет, как говорится, уже перешел. Ну, я вступил в молодежную группу до 30. Теперь я думаю ходить уже на танцы, как до 30, на вечера ходить, на каждой тусовке. Поэтому я всех призываю к тому, что движение, движение, движение и все время быть в тонусе с громадой. И завжди быть потрібним людям. Я дякую за те, що ви прийшли до нас в програму. Я нагадаю, що сьогодні на гостем програми «Люди нашого міста» був ювіляр. Це Борщенко Юрій Миколаївич, голова Одеської обласної асоціації роботодавців Півдня України. Дякуємо за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось. Аглініс. Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Субтитры сделал DimaTorzok.
сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя.